Здравствуйте, мои дорогие подписчики и просто желающие посмотреть мое новое видео о покорении просторов пляжа Скайтбаги. Все как обычно начинается с раскладки кайта на песке. Тут обычно наматывают стропы на ручки, а я пошел другим путем и сматываю с планки шириной в ладонь, где помещаются все 4 стропы, так удобнее. Сразу попрошу прощения просить меня за всякие забавные несоответствия из-за монтажа. Ведь я пока не очень опытный монтажник клипов, и мне важнее передать атмосферу. А за время, все время заезда составило не менее часа, и передо мной встала задача показать лучшие моменты, а не просто рутинные перемещения кайт-баги туда-сюда. Здесь меня немного закрутило кайт. Были моменты, когда его очень сильно перекручивало, мне приходилось останавливать видео, потому что это занимало очень много времени. Но в целом я оставил один момент, потому что это было не очень долго, и мне удалось его раскрутить. И вот я снова его поднял в воздух. Да, и, скажем так, очень интересный момент. Я все время забываю замерить свою скорость. Ну что ж поделать, ну каждый раз, когда я сажусь на багги, я забываю обо всем и несусь вперед. Так вот, один забавный момент. Я замерил скорость в расстоянии между мусорных баков. Моя скорость составила 4 минуты между 5 мусорными баками, а это именно 4 расстояния. То есть, соответственно, если из-за баков расстояние между баками 100 метров или 200, то, соответственно, я пролетал на расстояние 800 или 400 метров за 4 минуты в среднем. Вот видно, что я подъезжаю к очередному баку. Вот я его проезжаю со скоростью в среднем километров 7-8, может, в час. На видео видно быстрее, что я двигаюсь. Это наложение вектора скорости. Но в среднем скорость мне не казалась маленькой. Приходилось притормаживать. Потому что... Ой, я лихо развернулся. Да, разворачиваться мне не получалось, потому что сиденье плоское. И меня просто стаскивало с него. В реальности кайт-баги сиденья должны быть каплевидными, такими ковшеобразными, чтобы в них можно было прочно держаться. Здесь же меня просто стаскивало с него, поэтому мне приходилось останавливаться, разворачивать этот кайт байгер и катиться обратно. Вот. Временами меня преследовали разные маленькие собачки. И я, убегая от них, я однажды заехал прямо в воду. Заехал в воду довольно-таки глубоко. Мне пришлось резко отскакивать, чтобы я не намочился. А вот багги намок конкретно. Спасибо однокласснику Эдику Саксону, он мне помог его вытащить. Он его вытащил любезно. Сиденье, правда, все промокло. Здесь тоже один возник интересный момент. Вы сейчас видите, я снова сел, поехал вперед. И что бы вы думали, я поехал и снова приехал к нему. Вот какой забавный крючок я сделал, хотя ехал только в одну сторону. Вот вы сейчас увидите, я подъезжаю снова к этому месту, где я въехал в воду путем нехитрого монтажа и вернулся на прежнее место. И сейчас будет видно еще один минус моего кайтбаги, его неустойчивость, потому что я подъехал и опрокинулся. Вот это сейчас произойдет. Я взял и упал на спину. Опа. Вот. На этом данное видео заканчивается. Всем огромное спасибо за то, что уделили внимание моему этому ролику небольшому. Все, ставьте лайки. Спасибо большое всем. До свидания.